В год семьи, объявленным президентом Владимиром Путиным, в районе по инициативе главы администрации Алексея Горбачева и депутата районного совета Риты Садыковой открылся семейно-консультативный центр «Краснокамская семья». Его основная цель – укрепление института семьи. Возглавляет центр заместитель главы по социальным вопросам и кадрам Лира Мустаева. Свою работу с населением центр начал с выездных встреч. Первая прошла для жителей Орлановского сельсовета. В состав центра вошли практически все службы социальной сферы и также общественные объединения, такие как Женсовет, Совет отцов. Вот, первое заседание мы уже провели под руководством, под председательством Алексея Александровича. Советом центра утвержден график нашей дальнейшей работы центра. Будут работать площадки. Также еще вот с нами, с центром выезжает социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» по вопросам семей участников специальной военной операции. Очень интересная, насыщенная программа. Планируем выезд в каждый сельский совет по определенным вопросам, интересующих данных жителей. И все специалисты социальной сферы будут принимать на площадках жителей села вот сегодня по волнующих их интересующим вопросам. На данные вопросы будут даны компетентные ответы. Встреча началась с единой площадки приглашенного практикующего психолога энергопрактика Элины Бельтюковой. Она провела психологический тренинг с элементами практики. Также была организована работа площадок, где специалисты социальных служб и общественных объединений работали с жителями индивидуально. Я очень рада, что приехали все специалисты в наш Орландский клуб. Можно со всеми проконсультироваться. Я взяла контакты от специалистов. И думаю, я позвоню. Ни одно поступившее от жителей обращение в ходе работы площадок не остается без ответа, заметил руководитель центра Лира Мустаева. В этом и заключается работа центра, чтобы комплексная помощь и поддержка дошла до каждой краснокамской семьи. Стоит отметить, что идея работы подобного центра для района не нова. Еще мы с Алексеем Александровичем, будучи, создавали кабинет планирования семьи, где специалисты узкие до брака вступления, молодые семьи только, работали с молодыми семьями, были все специалисты, психологи, социальные работники, юристы, где были заданы вопросы, и перед вступлением в регистрацию мы проводили два раза в месяц вот это наше мероприятие, кабинет планирования семьи. Но а сейчас, в год семьи, создать краснокамская семья со всеми выездами по сельским советам, со всеми предложениями, со специалистами всего района. Это большая, во-первых, помощь в данный период и в год семьи, что мы оказываем квалифицированную помощь, где будут затронуты и семьи участников специальной военной операции, и многодетные, и вновь созданные семьи, и социальные семьи. В общем, это такие вопросы, где будут решаться в одной части, в одном моменте. Как было отмечено, проект «Центр Краснокамская семья» долгосрочный, с перспективами работы на несколько лет вперед. В планах не только выездные встречи с семьями Краснокамского района, но и другие организационные мероприятия, направленные на поддержку семей и укрепление института семьи.